Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 мая. Сегодня у нас была первая ночь с плюсом. Хоть это было плюс 2, плюс 3, но все равно это был плюс. Для нас это спасение, для нас это счастье. С сегодняшнего дня я отключаю, не буду включать вот этот подогрев теплицы, потому что ночью уже будет плюс 6. К этому я прибавляю 3-4 градуса. Значит, ой, запотела что ли, подождите. Значит, если ночью на улице будет плюс 6, у меня здесь теплица будет плюс 10. Нормальная температура, так что подогрев не нужен. Когда у меня спрашивают, вот у нас на улице 1 градус, 2 градуса, нужно ли в теплице укрывать томаты? Вы поймите, что не столько важна температура, какая на улице, сколько важна температура, нужно указывать, какая у вас ночью здесь в теплице. Я всегда пишу. Ведь возможности теплицы разные. У кого-то теплица держит тепло хорошо, у кого-то плохо. Это даже зависит, ну смотрите, запотевает и все. Это даже зависит от того, как ее построили, есть ли щели, заходит ли сюда холодный воздух, подсыпана ли она, стоит ли она на фундаменте, толщина поликарбоната. Вот здесь у меня поликарбонат, да что такое, очень толстый. Обычно у меня все те теплицы по 4 мм, это поликарбонат 6 мм. Она держит тепло лучше. Там воздушная прослойка между двумя слоями вот этого пластика, она больше. И поэтому, задавая вопрос и указывая температуру на улице, я никогда вам не смогу сказать, нужно укрывать или нет. Я же не знаю, какая температура у вас вот здесь. Потому что весной, например, вот одна женщина, зрительница, написала, я тоже так делаю. Я даже вот эти первые двери заклеиваю все скотчем, чтобы не чтобы не было лишних щелей и не было доступа холодного воздуха. Когда теплица герметически закрыта, когда толстые вот эти стенки, тогда и при 2 градусах, возможно, не нужно закрывать. А если теплица, как решето, из нее свищет во все дыры, у меня есть такая вот, я ее называю теплица Франкенштейн, которая была собрана с унесенной ветром теплицы, с покореженной. Собрали старые вот эти листы и из большой состроили маленькую. Там, конечно, там если 2 на улице, в ней, наверное, будет всего 3, ну, в теплице температура. Если на улице плюс 2, в ней всего плюс 3. То есть она нисколько не держит тепло, она вся из щелей, вся из дырочек. Поэтому задавать вопрос, у меня на улице 3 градуса, нужно ли укрывать, бессмысленно. Я не знаю, какие у вас обстоятельства, какой климат создается при этой температуре в теплице. Это я просто к слову сказала, что вы, если не получите ответ на этот вопрос, я вам объяснила, почему. Потому что таких вопросов приходит много, и я никогда не могу сказать, нужно ли укрывать дополнительно или нет, потому что это можете знать только вы. Меряете температуру, измеряете свою в теплице. Если ниже 6 градусов, лучше укрывать. Если 8-10, я вообще при такой температуре, конечно, не укрываю. Еще что хотела я сказать сегодня. Вот прочитала комментарии, все пишут. Такие у вас большие помидоры, вроде холодно, они у вас хорошо так растут, а у нас стоят. Действительно, вы видите, каждый день я сюда захожу, и день ото дня меняется картина, они на глазах, вот смотрите, какая Настенька. А еще хотела сказать, смотрите, какая разница в цвете. Вот эти прям изумрудно такие зеленые, а эти, ну, светло-зеленые. Еще зависит от сорта, как он себя ведет. Вот это очень хорошо себя Настенька тут чувствует. Все. И хочу сказать, что да, они меняются на глазах. Я вот захожу, были такие крошки, мало того, что они все цветут, невзирая вот на такие холода, они раскустились, они распушились. И дело в том, что я ведь ничего особенного с ними не делаю. Я просто захожу, снимаю там, ну, что-то общипала. Один раз опрыскала, вот теперь второй раз сбрызнула. Ничего особенного им не нужно. И как вы уже поняли, что не обязательно что-то делать такое там сверхъестественное. Я всегда говорила, у меня очень простое вот это огородничество мое. Просто делаю свой грунт для рассады, просто собираю свои семена и просто все это, как бы вам объяснить-то?
Самое главное, что? Чтобы они были здоровые, чтобы была здоровая рассада. А чтобы была здоровая рассада, нужно иметь хороший грунт и хорошие свои толстые сильные семена. Все, дальше они сами, им ничего не нужно. Им не нужны сильно частые подкормки. Этим я вообще никогда не занимаюсь. Я вот сейчас опрысну их раз-два. И один раз сделаю подкормку, возможно, через полив. И все. Вы понимаете, что подкармливать такое огромное количество томатов я просто физически не смогу, потому что у меня нет помощников, я одна тут хожу, брожу по огороду все лето. И я хочу вам сказать, но я, конечно, буду учить вас, советовать, что я делаю. Но вы все видите, никаких каких-то особенных там, как многие показывают, многокомпонентные подкормки, там 7 элементов, одно, другое, третье, четвертое, перемешать, полить, сделайте это, иначе ничего не вырастет, подкормите этим и получите богатый урожай. Ничего этого можно не делать. Я вам вот заявляю со всей ответственностью. Тут самое главное очень просто. Можно, я вот вообще не хожу в садовые магазины, почти ничего не покупаю. Привезти хорошую землю, здоровую. Собрать свои семена. Как свои семена собирать, я вас осенью научу. В прошлом году было в видеоролике, и вы увидите разницу. Свои семечки, они толстые, они лохматые, они такие выкормленные, ну как я их называю, материнские. Это ваши личные семена. Если будет ваша земля, в которой вы уверены, если будут ваши семена, которые вы своими руками соберете, высушите, с тех томатов, которые будут вам, которые будут самыми лучшими, которые вам понравятся, вы увидите вот такая толстая, мясистая, сладкая помидорка, разломите ее, там сидят жирные семена, такие выкормленные, материнские, вы их помоете, посушите, упакуете, на следующий год посеете в свою землю, все, больше ничего не нужно, и у вас будут вот такие же посадки, здоровые, зеленые, вот у меня сейчас вторая декада мая, они уже почти все цветут, они зеленые. И больше, чем уверена, я, конечно, не люблю заранее загадывать, я всегда как люблю по факту, но больше, чем уверена, что они и болеть будут реже, и урожай они дадут хороший. Если у них такой старт, вот сейчас они уже дали такой рывок по сравнению с теми, кто сейчас будет высаживать какую-то слабую, хилую рассаду. Ясно, что тут и урожай будет больше, и меньше проблем. Но, еще раз повторяю, ничего для этого делать не нужно особенного. Все идет своим чередом. Это все заложено природой. Они и должны быть такие. Они должны быть зеленые, такие бодренькие, веселенькие. Это было так всегда. Это было так, когда еще не было садовых магазинов, не было этой нашей агрохимии всей. Ничего этого не было. Посадил, можно только ходить, любоваться. Все. Но, естественно, нужен и полив. Нужны и прищипывания, и формирования. Но это уже не то, о чем все говорят, что вот эти вот какие-то многократные, многоярусные подкормки, постоянное вот это вот поливание чем-то. Очень многие новенькие, которые заходят и видят вот такую рассаду, особенно вот те, которые в тоннелях сейчас начну вытаскивать, она толстая, зеленая, все пишут. Представляю, чем только ее не накормили. Зачем ее чем-то я буду кормить? Они и так такие, они всегда такие вырастают, без нашей помощи. Вы только им не мешайте, не портите им жизнь вот этими вот приправами лишними. Как это, не знаю, но мужчина в том году написал, что я делал себе подкормок, вот это, вот это, вот это. Одна подкормка из 5 компонентов, другая из 4. У меня начала рассада, как же он сказал, хереть, ну вот хилая, желтая. Скажите, от чего? 14 элементов он добавил в течение там недели или 2 недель. Но это кошмар, я иногда читаю и диву даюсь. Зачем столько вмешательств в жизнь растений? Не нужно. Ну все, я не буду. Это все, конечно, болтовня, это все пустые слова. Конечно, этот видеоролик направлен больше начинающим нашим огородникам. Люди сейчас любят открыть компьютер, посмотреть в интернете. Один советует одну подкормку, другой другую, третий третью. А лучше сделаю и первое, и второе, и третье. А потом спрашивают, а почему у меня не так, как у вас? А просто я не вмешиваюсь в жизнь своих растений, делаю минимальное вмешательство. Они и так растут, они умницы.
И вот я вам еще раз повторю, нужен только хороший грунт, хорошие семена, и все, и любовь к растениям, уход материнский. Все, до свидания. Ролик, конечно, бессмысленный, без всякой темы, но я все хочу для начинающих как-то настроить их на то, что не нужно лишний раз сумками возить с садового магазина все эти вот бутыли, пакеты, приправы. Конечно, чем-то мы пользуемся, я не спорю. От вредителей обязательно нужно обрабатывать. От болезней нужно обрабатывать, если у вас постоянно вспышки фитофторы. Но не нужно увлекаться и не нужно думать, что без этих агрохимикатов растения не растут. Растут прекрасно. И они будут обязательно вам благодарны за то, что вы не травите их, и дадут вам хороший урожай. Все, до свидания.